Одиозный Роман Насиров может снова сесть в кресло председателя Государственной фискальной службы. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак. Окружной админсуд Киева сегодня решил, 1 января этого года Насирова сняли с его должности незаконно. Тогда его обвинили в злоупотреблении служебным положением и причастности к так называемой газовой схеме Онищенко. Следствие посчитало, что из-за него государство потеряло почти 2 миллиарда гривен. Именно это обвинение, очевидно, сильно подкосило здоровье Насирова настолько, что свой приговор 7 марта прошлого года он слушал на каталке и под клетчатым пледом. Тогда судья дал Насирову 60 суток ареста, но уже 16 марта родные за него внесли рекордные 100 миллионов гривен залога, и он вышел на свободу. По словам защитника, новый старый председатель ГФС может выйти на работу только после того, как решение о его восстановлении в должности одобрит Кадмин. Там, в свою очередь, пообещали сегодняшнее решение суда обжаловать. Сама же фискальная служба должна заплатить ему 183 тысячи гривен компенсации за время вынужденных прогулов, по 18 тысяч за каждый день работы.